Ну что ж, приветствую тебя, любитель выживалочек старой хижины лагов. Мы продолжаем играть в Green Hell. Это четвертая серия по счету. И, наверное, серия по этой игре закончится. Пойдут далее стримы по этой игрульке. Ну и мы наконец в этой серии доберемся до Лямбды, до заветной точки, которая по заданию сюжета выпала на нашу долю. И начнем исследовать уже остальную часть карты. Ну что ж, приятного тебе просмотра и поехали. Так, в общем, ну что, предлагаю поставить пару ловушек вокруг хотя бы. Ну, можно. О, дождик пошел, значит, засуха еще все-таки не началась. Это хорошо. О, дождик. Дождь, ой, жажда. Очень хорошо. Так, ну давай вот сюда поставлю ловушку одну. Поставьте все кокосовые миски, пожалуйста. Воду ставить. Вот здесь пускай вот так будет. Потому что по-другому что-то не ставится. Но я думаю, пойдет. Так, личинки в ноге еще пока убирают заразу. Вот я тут подумал, просто я посмотрел на рану от червя, она тоже такое ощущение, что гнить начала. Покажи. Вот. Ну, вполне возможно. Походу начала. Да, я посмотрю. Да, давай ее это. Где она? Обработать чем-нибудь. Есть личинки? Я ищу кое-некоторые вещи. Поэтому а вы видите, что туши разлагаются, кстати? Да, поэтому они должны разлагаться. И нужна ловушка. О. Так, веревка. Так. Так, если кому-нибудь жиры нужны, у меня куча орехов. Я тоже. Ловушка сделана, так. Мне нужно посмотреть, чё, как это делается. Зарядим. Для безопасности пойдет. Можно, конечно, шипы еще поставить. Где-нибудь вот возле дерева вот этого большого, чтобы было понятно. Глиняный глина. На меня пума напала! Где? А куда ты пошел-то? Там, где... Ой, пипец! Я в нее выстрелил в голову. Она умерла? Возможно, она... Возможно. Но она вроде бы хотела убежать. Это в какую хоть сторону? Ты куда пошел-то вообще? Бляха! Кто? Вон туда. Да так аккуратнее, не, блин, говорим, здесь ловушка стоит, ё-моё. Ты на нее наступил, походу. А, бля, мне повязка нашла готовь срочно. Лук, готовь лук. Я ее привлеку, если что, да. Виталий, у тебя повязка там не осталась случайно? Нужна быть, если да. А то она мне нужна прямо срочно. Вот тут где-то была. Вот это что-то такое. Что там в те дебри залез? Вот она бежит. Да, блин, ну куда ты от нее убегаешь-то? Какую сторону? Ай. Блять, выносливости нет ни хера. Я в нее попал. Все. Она меня подранила. Меня тоже. Разделаем ее нахрен. Но меня не жалко, у меня хп нет. Хотя вроде нет, даже не ранил, но цепануло, конечно. А, хорошо. То есть нет кровотока, да? Да, да. Разведем-ка большой костерчик. Что ты там делаешь-то? А, эти? Еще две палки. Есть. Да. В общем, надо еще маленьких камней, два больших. И большой забираю. Так, все или нет? Попугай, спасибо тебе за камушки. Не за что, братан! Видать, это он обвалил, потому что я только что там был, их не было. Прикольно. Все, готово, я разжигаю, в общем. Лучше, у нас тут дырка в потолке в пещере. Я только заметил. Кто просверлил? Не знаю, но вон, тут, короче, дождь капает прям оттуда. А, о, прикольно. Давай, есть сухой лист? Или ты хочешь сам разжечь? Не-не, сил нет. Давай. Все, жарим мяско. Мясо кошки сырое. Даем. И вижу туземцев, их раз,
Я сейчас по стелс попробую подлезть. Двое, по-моему. Так, давай на двоих один не лезь, я тогда с тобой пойду. Я вон вижу тебя, по-моему, ты идешь. Офигеть, тут... А я тебя не вижу. Тут иди, иди, иди мяса, сюда. Ребят. Иди, иди дальше, прямо-прямо вот так. Иди. Я нашел выше. Место, где дофига мяса, короче. Я наверху сижу. А, вот, я тебя вижу, все. Вон там дальше обходи. А вон там, куда я смотрю, тут зем сидят двое. Дальше обходи, дальше обходи. Вот туда, туда, туда. И на... слева там будет залезть где. Это, а да, не, вот двое, двое. Ты бы так не стучал, сейчас они, наверное, согрятся. Ой, надеюсь, что нет. Будет хреново дело. Без стрел-то на них. Ребят, я, короче, у меня 12 кусков мяса топира, я еле как ползу. Но я доползу. Так, ну... земцы, короче, давай. Этого количества должно хватить. Я подкрался, было, осталось в лоб просто засадить и все. Так, я тоже крадусь. Я вон того дальнего беру. Дальнего? Да. Я тогда попробую ближнего. Давай, раз, два, три. Я ползу. Чё, ты как ты это... Ой, он по мне ударил чем-то, швырнул. Точнее. Один, по-моему, помер от кровотечения. Этот убегает что-то. А, добивать. Всё. Чё он там по нам швыряет? А, камни? Серьезно? Походу, да. Деревянный нож. Блин, только он эту сломал. Какую-то защиту. А, руку. Стрел там у него не осталось. Да нету, вроде. Я в него столько стрел навтыкал. Да не, есть вон одна. Вторая. Копье, кстати. Туземное. Пригодится вполне. Так, если будет место, лишнее копье заберите. Туземное. А там хотя одно было только. Мне и каменного хватит. Чё ты там в карте хочешь увидеть-то? Сейчас я смотрю. Чего смотришь? Где кошка? Смотрю в книгу, вижу фигу. Ну вот и заодно порыскаем, но лучше рыскать, зная, куда идти. Я все-таки думаю. Так что давай. Узнаем уже, где этот крюк находится. Странно, что к нам до сих пор не докопалась пуменка. Или левопард. Или пантера. Или горилла. Кстати, горилла тут может напасть, Виталь. Горилла я пока не встречал. Было бы интересно. Да, я пантеру не встречал тоже. Только пума, и то издалека. Как вы с ней я бы воевали. Побеседовал с гориллой. Да. Она с тобой побеседовала, да. Все-таки тоже обезьяна. Да. Мы и она. Ой, тьфу. Наши предки, братья наши меньше. Мы ж отсюда пришли, нахрен мы обратно идем. А, так надо. О, ребят, мы, тут подобрали... пещера, пацаны, тут пещера под водой. Да нет, там смотрите. Пещера. Да вот, посмотри. У тебя ноги все в прыщах. Это да, это муравьи. А, нет. Тут... Не надо жопой на муравейник было садиться. Да. Что-то мы уже долго идем, уже темно как-то. Да. Да. Так, тут, короче, дорога, мы должны ее придерживаться. Это место. Да, а, я вижу. Подожди. Вот туда, походу, и надо. Пацаны. Да. А ребята, идемте сюда. Вот он, 41 на 18,5. А что, тут нельзя спуститься? Нет, мне кажется, там 100 пудов можно, но... Ну, давай попробуем обойдем, думаешь? Ну, если не получится, тогда попробуем спускаться. Я ящерицу убил. Мы первый раз посмотрим на ящерицу нормально. Вот проход, смотри. Да, подождите, ящер. Каймановая ящерица. Да, нам сквозь это. А ебт, меня кто-то скорпион укусил. Скорпион тебя укусил. Собака страшная. Что мне теперь делать-то? Жить с этим. Сейчас, подождите секунду. Если да, вода у кого-то. Ладно, есть... и что, надо сдались, да? О. Да.
Давайте Мое костер топливо быстро соберем. использовано. Ребята, там Давай, внизу что-то давай, есть. давай, давай, ты сможешь. Я жгу, Давай, давай. Он так яростно жгет костер. Ага, костер. Надо было не под пещеркой ли его развести, он потух. Сейчас под пещеркой разведем. Дайте листик табака туда положить сразу. Угу. Хотя... Она ж пустая, ребят. Но я сейчас залью туда. Давай, заливай. Надо залить сначала. Давай, залил. Блин, и спать охота уже. Сила уходит. Скорпион дурацкий. Вот пей. Да кто-то смотрит на нее. Не смотрите на нее. Не смотрите на нее. Не смотрите, как я ем. А, разговор, ребят. Я уже снял. Я еще нет. Слушай, у меня для тебя новость. Я нашел лифт. С ним пришлось поводиться, но мне удалось его запустить. Осталось только узнать, куда он ведет. Виталь, предлагаю тебе, как истинному паркуристу, забраться на крышу лифта. Слушай, надо поспать, наверное. А если я на деревяшках посплю, ничего не будет? Не знаю, но Виталий собирается суициднуться. Я пробую. Не, спасибо. Ой-я! Ну что, мы поедем отсюда или как? У меня аж это мурашки. Вы готовы, дети? Да-да-да. Поехали. Пускай. Все. Я смотрю в окно. Чё тебя так трусит? Я не знаю, я сам трушусь здесь. Господи, я его шатаю. Высоты боюсь. Его персонаж высоты боится, да. Я понял. Так. Давайте, найдем уже этот сраный крюк. О, мне починили лук. Записная книжка, что там нового, кстати? Так, осмотреть лямбду, осмотреть джунгли, узнать, куда ведет лифт. Пойдем узнаем, куда. Кажется, кто-то проводил здесь переливание крови. Ей залиты пол и кресло, сомневаюсь, что кто-то из пациентов выжил. Зачем им это? Хотел бы я разузнать, впрочем, обойдусь, пожалуй. Пиньеру Верью. Маленькие сиськи. Маленькие сиськи. Очень важный. Это вообще очень важная информация, да. Без этой инфы мы игру не пройдем. Да, черепа про золотую шахту. Я нашел обугленный труп. Это ужасно. Каждый раз, когда ты выходишь на связь, я все больше за тебя переживаю. Ты нужен мне, прошу. Я не знаю, сколько я еще смогу держаться. Я сделаю все, что в моих силах. Дай мне еще немного времени, ладно? Совсем немного. Записочка. Два охранника регулярно смеются. Пистолеты и пулеметы, старые замки. В клетках примерно 20 человек. София и Терезита вместе, но я не могу до них добраться. Кофе, лысый мужик с бородой. И ходи за нами, осторожно. Дайте Кате какие-нибудь предметы, осторожно. Что-нибудь для выживания, и оружие давай скинем какое-нибудь. Или копье давай я дам тебе. На, а может пройдем к нашей базе все-таки? Сейчас. Ну, мы отсюда начнем. Катя, вон туземное копье, думаю. Бери. Что тут вообще стоит? Ну, с другой стороны, когда она еще сможет стать бородатым мужиком, да? В форесте. Только... Порости или в этой игре, да. Тут дохлый попугай валяется. Отрубим кое-что, и будет нормально. Кать. Так, давайте посмотрим, что у нас по еде. И куда нам двигаться лучше. Возьмем тебя. Мы будем все как команда. Тут нельзя пинать, как в городе. Ребят, послушайте меня. Мы команда бойскаутов. Мы и герлскаут. И... С нами девушка. Бородатая, лысая девушка, пускай, да. К сожалению, игра не предусматривает, конечно же. А сегодня у нас в составе школьник в красной футболке. Ты бородатая девушка, какой-то чувак из Фореста, и еще какой-то дебил. Я сам себя не вижу, поэтому я дебил. Да я тоже не лучше, так что давайте посмотрим на координаты. Подождите. Я считаю, нам надо перед выходом поспать.
Мы сейчас 40 на 15. Я считаю, что мы сдохнем перед выходом. Давайте поспим. Вот здесь есть кровати. Вот здесь ложитесь. 4 кровати как раз для всех хватает. Я крайний, я сплю с краю. Да, прям на выходе. Так, блин, я съел случайно. Да, блин. Пипец, я случайно съел. Скорпиона? Сырого? Да, сырого. У меня зависло. Да, я вижу, Катя зависла. Там туземцы орут. Еще железо, Катя. Катя, вот тут. Катя, ты, короче, будешь рюкзаком. Да ё-моё. Мы будем тебя кормить, поить. А ты будешь вещи таскать. Так, все готовы? Там туземцы. Вы готовы? Нет, Катя не рюкзак, Катя шахтер, да. Блин, я не особо готов. Я съел странного скорпиона, я походу скоро сдохну. А еще мана, еще мана. Ах ты, падла. На тебе копьем. Кстати, у меня стаминой мало, меньше половины уже. Мы в лямбда, ребят. Открыт новый диалог. Я нашел точку лямбда. Неона, я нашел лямбду, это близко не наша палатка. А что там? Место поклонения, гребаные камни. Ритуальная чаша. Я так надеялся найти тебя. Успокойся. Это место не просто так отмечено на карте. Возможно, так ты выберешься, не сдавайся. Нормально. Не знаю, Мия, я сюда еле добрался. Ты справишься, я с тобой. Помнишь, я всегда буду с тобой. Держись, ради меня. Ребят, наркоманская травочка. Да, опять итак, варить все. Зачитаю рецепт. Давай. Ритуальная чаша. Да, нифига себе. А теперь, братья мои. Закидывай. Отойдите от. Крудим. Бодяга. Вкуснять. Как я в прошлый раз скажу, ему ни капли, конечно же, не горячо. Он опустил руку в кипяток. А, мальчик подрос, ребят. Ну что, идем за ним. Да. Катя, иди за мальчиком. Он тебе кое-что покажет. Не удивлюсь, если в конце этого всего на нас пантера нападет. Я не против. Смотри, как красота. Больно глазам. Ау. Катя не быть туземцем. Да, так они видят мир, Катя. Больно глазам. Я один бегу, кстати. Не один. Я тоже бегу за ним. Потому что вроде как не тратится. Воу. Чё? Плывёт. Мы походу уже прилетаем. Я упал. Пацаны, а у меня тут... Я тоже упал. И я. Вот хрень, я в каком-то этом. Удивили. Я опять в священном. А я не упал. На больничку похоже. Да, современный мир перемешался с джунглями. Вы что, серьезно? Почему вы все упали? Так надо. Там мальчик над вами угорает. Открываем дверь. И? Яркий свет в конце туннеля, да? А как вы дверь от... А, вот, открыть. Почему я не упал? Что, это мой офис? О, какие-то культяпки, чё это? Книга вышла хорошая, но людям безразличны покинутые племена. Вот она, книга про амазонку. Путешествие в сердце джунглей. Не такая, как у нас. А вот, люди думают только о себе до тех пор, пока не случится трагедия, им плевать. Да не-не. Вот. На концовку это не влияет, походу. Не, походу, случайно. Это раз не исключение, всем плевать на них, ведь они не приносят никакой прибыли. Ну вот она в палате сидит, все, и трогаешь, и все. Мия. Может, ты открыл то, что мы не открыли? Мия, я не знал. Не-не. Все. Наконец-то. Новая запись. Я выпил еще одну порцию аяски. Почему ты не сказала мне о своей болезни? Только Ауяцка помогла ему, получается, понять, что она что-то там болеет. Так вот, почему мы здесь оказались? Если все было бы так просто, я бы давно тебе все рассказал.
Но... Так почему бы тебе... Блин, ты чё так быстро? Боюсь, ты не захочешь ко мне возвращаться. Твоя безопасность для меня важнее. Прошу себя, расскажи мне все. Джейк, пожалуйста, продолжай путь. Я не переживу, если ты не справишься. Поговорим об этом, когда ты выберешься, ладно? Я ничего не понимаю, но знаю, что должен найти тебя. Вот на этом и сосредоточься, прошу тебя. Найти помощь, исследуйте территорию, обговоревшей части карты. Новые метки есть. Лямбда отмечена, и пещера вход открыт сейчас должен быть он, по идее, да? Да. Ну, идем туда. Все, идем, проход открыт. Вы готовы, дети? Угу. Да, капитан! Вот, так и надо. Ого, нифига здесь. Ущелье. Ущелье. Вот если сюда кто-то упадет, мы все сдохнем. Да, лучше не падать отсюда. Идти ровно, а не как в моих прошлых сериях. Ой, повезло. Когда я падал там, вот. Да, там вообще весь. Оляна. А где тузики? Ну, да. Тузиков где увидел? Но... Да вот тут тузик. Раз новая локация, скорее всего, тут вон уже пантера будет. Вон он идет, идет. Смотри, смотри. Да где ты? Да вот. Я ползу. А, я хотел, я! Я его убил. Ты в голову его все скильнул, да? Ага. Нормально. Он был один? У него деревянный нож, да, один. Окей. Я нашел ручей. Вот здесь, в принципе, неплохое место. Да, тоже так думаю. Конечно, если туземцы отсюда дойдут к нам сверху, будет не очень хорошо. Да, здесь муравьи или что? Вот тут какой-то новый цветок. Ребят. Я вижу вход в пещеру. О, вон там можно лагерь поставить, в пещере прямо, кстати. Вода грязная. Есть вход в пещеру здесь. Я не думаю, здесь. Что кто-то туда прыгать. Я тоже не думаю, но... Почему бы и нет? Виталь? Есть я. Добровольцы? О, конечно. Вон там вход, можешь исследовать его? Конечно. О. Без проблем. Все четко, прыгайте. А-а-а! Я упал случайно. Шикарно, ребята. Слушай, это то место. Вот это шикарно. Помнишь, где мы прыгали? Стоп, не... Да, это, ну, где... да. Да, это то место, где мы прыгали, ё-моё. Да, ладно. Да. Мы, да. Погнали тогда к дому. Вот мы придурки, вообще. Погнали тогда к дому. Пойдёмте тогда, да, там и останемся. Ух, нам там пригодится. Пойдемте к дому, известный короче. Вот, ребят, вот тут вот в этом... Это что за штука? Вот сюда. Это вот сюда, как называется? Кайф. Неизвестный плод. На, иди вот, сюда. Посмотри. На. Пока не поздно. Я успею. Не-не-не. Ты что делаешь, молишься? Ага. Ты же эту игрушку сам собрал, правильно? Да не, она случайно, всевышние силы помогли. А, Дима, присядь на нее. Я понял. Он... Ну, детородный первоначальный орган сия сущего, в принципе, нормально. Только не ешь это испорченный плод. Дим, только не поглощай. Твоего воображения. Дальше продолжим проходить на стримах, я думаю, потому что уж очень долго нарезать. Все, да. На этом финиту ля комедии.